Берете пинцет для выщипывания бровей, и так как у него внутренние поверхности шлифованные, получается, что внутренняя кромка острая. И вот так ну, немножко его раздвигаете в стороны пинцет. И вот так вводите. Причем, видите, у него есть скос. И иногда можно поменять другую сторону, чтобы этим скосом лучше залезть между зубами. Всем пока!